Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие гости, дорогие ветераны. Мы рады видеть вас сегодня, 9 мая, в Музее Победы на Поклонной горе. С праздником вас! С Днем Победы! Победа в Великой Отечественной войне объединила в 1945 году всю нашу страну. Это была праведная война. Война с немецко-фашистскими захватчиками, вероломно напавшими на нашу землю. Как черные вороны набросились они на наши леса, поля, города и деревни, пытаясь захватить нашу великую родину. Но встал наш народ единой стеной, отстоял родные березки и проселки, реки и ручейки. Не сдалась земля русская ворогу, захватчику. Сегодня специально для вас здесь, в Музее Победы, самый известный артист страны представляет премьеру песни «Черный ворон». Ее слова, я уверен, вам хорошо и знакомы, и известны. Подпевайте. Встречайте! На сцене «Шаман»! Привет, Россия! Привет, родные! С праздником вас! 9 мая! С Днем Великой Победы! И скажу я вам, сегодня мы празднуем победу 9 мая, но очень скоро будем праздновать еще одну победу. Сейчас я вам исполню песню. Вы знаете, небольшое вступление. Когда я думал, что бы мне такое можно было исполнить 9 мая, какую песню, я долго думал, и выбор мой был неочевиден, потому что песня, которую сейчас я исполню, это народная песня, она называется «Черный ворон». Многие из вас ее знают. И для меня эта песня символика, потому что черный ворон в этой песне – это символ зла. И даже умирая, я говорю, черный ворон, я не твой, потому что русский человек, даже умирая, никогда не сдается. Черный ворон. Черный ворон. Черный ворон, что ж ты вьешься надо мной? Ты добычи не дождешься, черный ворон. Shut up!
Не сдаются. С праздником вас, родные! До новых встреч. Российский исполнитель, композитор и автор песен «Шаман».